Армения сможет воспользоваться портами Азербайджана на Каспийском море, как передает канал 13. Об этом сказал в интервью российской газете заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Аверчук. По его словам, при наличии доброй воли в Закавказье будет разблокировано транспортное сообщение, начнет развиваться торговля, экономики обеих стран получат мощный новый импульс для развития и у людей улучшится жизнь. Важно, что такая добрая воля есть, добавил российский вице-премьер. Как отметил Аверчук, на основе совместного трехстороннего заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина была создана трехсторонняя рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации, которой поручено заниматься разблокированием экономических и транспортных связей в регионе. В продолжение он подчеркнул, что в истории мало примеров, когда воевавшие стороны через такой короткий промежуток времени садились бы за стол переговоров с задачей разблокирования транспортного сообщения и создания условий для развития экономик своих стран. Все это делает формат переговоров особенным и подчеркивает стремление участников найти решение задачи, поставленной главами государств. С самого начала было важно найти отправную точку. Весь предшествующий исторический опыт взаимоотношений этих двух стран такой опоры не давал. Но стремление ее найти буквально витало в воздухе. Никто не хотел, чтобы переговоры завершились, не успев начаться. Такой подход позволил перейти к обсуждению всех возможных железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами. Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении. При этом одновременно решаются задачи начала движения из Армении в Россию через территорию Азербайджана или из Армении и России в Иран через Нахичевань. Кроме этого, у Армении может появиться возможность использования азербайджанских портов на Каспийском море для транспортировки грузов в страны Центральной Азии и из стран Центральной Азии в Армению, сказал Алексей Аверчук.